Сегодня я решила сделать небольшой декор для спальни. Беру яркую красную губную помаду и крашу губы. Затем беру рамку для фотографии с чистым белым листом и целую его. Картина готова. Я решила добавить надпись «Целую». Написала ее красной ручкой, так как если писать губной помадой, то остаются жирные следы. Вот, посмотрите, как она смотрится. Кстати, эта идея мне пришла в голову благодаря этой маске для лица. Ставлю картину на мини-мольберт с подсветкой и добавляю губную помаду. Это еще и источник дополнительного декоративного освещения. По-моему, все вместе смотрится интересно.